Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы поучаствуем в МПшке Мясорубка. Приз 65 тысяч. Вот. Мясорубочка. Посмотрим, что здесь и как будет. Ну, я думаю, будет интересно поучаствовать, потому что я на самом деле хочу почаще МПшки записывать, потому что, ну, они прикольные. Ну, это, в принципе, какая-то банальная МПшка, но все равно попробуем поучаствовать, потому что, вы сами знаете, я редко в МПшках участвую, и тем более снимаю их. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Поэтому сейчас посмотрим, что и как. Так, какой-то чувак. Валерий Красиков, это администратор. Чуваку 50 хп дали, ебаный брат. Джерри Генералов. Ну, много людей, кстати, довольно-таки много. Сейчас онлайн какой у нас? 167. Нормально. Можно к вам. Это кто пишет на собес. Да, кстати, чуваки, кто хочет к нам, ВК-лидера я оставлю в описании. Ссылку, где нужно подавать заявку в кап-состав и дискорд ОПГ Южного я тоже оставлю в описании. Пацаны, все ссылки будут, если что, в описании. Запомните, чтобы вы знали. Так, чувак ко мне подбежал. Сейчас напиши, снимаешь или что-то типа такого. Так, нас сделали мусорами, короче, да. Прям то, что нужно. Вот прям то, что доктор прописал. Угу. Ай, разбежались. Так, МП у нас мясо начинается, короче. Так, давайте вот такое вот сделаем. Так, и побежали, короче, разбегаемся. Разбегаемся. Он на месте не стоять, короче. Так, все туда побежали, наверх. Так, но мы будем здесь стоять, короче. Видос. Согласен. Так, давай. Может, что какая-то МПшка будет, я не знаю. Так, вот чувак с миниганом, у нас бегает. Иду его замочить сейчас. Чувак, беги. Беги, чувак, беги. Привет, Кирилл. Мне передай привет, Матвей. Привет тебе. Ох, ебать, чувака убило. Жестко. Просто, блядь, жестко. Так, давайте посмотрим, где он. Передай привет, Роберт Холланд. Привет тебе. Так, где у нас основной чувак с миниганом, короче, идет? Ну же, они туда залезли, они туда не вылезут потом. Так, они вон, чувак стреляет, блядь, ну это жестко реально. Роберту Холланду и мне. Окей, чувак. Так, ну чувак с миниганом обратно, так. Чувак начинает убивать всех. Так, сейчас главное, чтобы он сюда не стрелял. Ну это жестко, конечно, да, с миниганом, блядь, ты хуй выживешь. Блядь, меня убили. Сука. Я так и знал, блин, что сейчас сюда будет стрелять. Это просто пиздец. Это, блядь, просто пиздос. Ну, кстати, ХП у меня полная. Заебись. Так, мы в Южном появились, это уже хорошо, да. Это замечательно просто. Это просто замечательно. Но нам теперь бежать хрен знает куда. Кстати, надо забежать сейчас в свою аптеку. И купить аптечку одну у меня, потому что она осталась. Ну, потому что, блин, я всегда покупаю аптечки, чтобы больки не стоять 3 часа, если нету этих, как его, блять, врачей. Чувак, не знаю, решил либо на меня написать, ну, типа, хочу в семье, типа, моей, или, не знаю, питубль, это чувак. А, ну, вообще-то я путбуль, пацаны, запомните. П-У-Т-Б-У-Л.
Так, покупаем аптечку. В смысле, я ж одну юзал. А, бля, я ж не юзал. Вот я бил. Я ж не юзал аптечку, блядь. И мне сразу же хп появилось, багом. Блядь, это дебил. Иду пред Адилету и Алихану. Так, думаю, нужно заняться полезной, блядь. Это пофармить бабки немножко. Кстати, я раньше 5000 получал, но почему-то я теперь 2500 получаю. Так, куда идти надо? Где мой чекпоинт? Так, вот он. Все, заебись. Кажется, эта фотка Федячу, это сильно. Это очень сильно. Так, у нас еще одно мероприятие. Давайте попробуем GoToMP. GoToMP. Е. Блять. Надо нахуй этот стаканчик убрать. Так. Чувак тоже был походу дрочилки и начал пить свое, короче, надо пить начал. Ну привет, Фэмили Чухриенко. Так, сейчас будет МПшка стрела 90-х. Приз у нас сколько? 65 тысяч, как и было. Ну ладно. Две МПшки за видос, это, конечно, прикольно. Кстати, чуваки, напоминаю, 100 лайков и выходит новая серия. 100 лайкосиков. 100 лайкосиков и выходит новая серия. Поэтому не забывайте. Ха, всем скины дели, какие у меня. Как у меня, ну, мой настоящий скин. Прикольно. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также подчинить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Что-то подлагивает. Что-то у меня подлагивает. А, типа мы на эту сторону бежим. Ну окей. Так, что же Джей Джей? Чё он сюда побежал? Джей Джей, ты перепутал, малёха. Видимо. Ну ладно. Так, я передавал уже. Ну, про МПшки. Про МПшки, чувак. Две МПшки, как бы. Что там за оружие дадут, мне интересно. Обычное или что-то такое? Так, они у нас будут в таких скинах, да, бегать. Стрелка 90-х. А что, 90-х негры были? Ну, точнее, афроамериканцы, правильно. Если вы афроамериканцы назовете негром, вам пизда. Ну, поэтому да. Поэтому да. Ой, ладно. О, биты это хорошо. Биты это очень хорошо. Чё нахуй, попутал хуйло. Нахуй, поебал эти, сейчас надаю, блядь. Хуйло, блядь. Просто ру, блядь, такие долбоёбы. Один, два, три, нахуй. Ты, сука, на тебе, пидор, гандон, ебаный. Шо, сука, блядь, попутал, нахуй, дядя. Попутал, блядь. На, нахуй, на, блядь. На, нахуй. Все захуяли этого чувака, да. Пацаны, ебать. Ах ты, сука, ебучая, нахуй. Иди сюда, нахуй, иди сюда, сука. Я бы было лучше на кулак ебать, на кулаке бы было жестче. Так, сейчас будут пацаны мясо ебать. Сейчас будет мясо. Бать, чувак размахался просто. На, нахуй, на, нахуй, на, нахуй. Пиздулей, пиздулей, пиздулей ему, пиздулей, пиздулей, пиздулей давай. Вот это тема, ебать, я понимаю. Вот это МПшки, блядь, вот это МПшки. Чё, сука? Чё, сука, блядь? Нахуй, чё попутал, блядь? Уёбок ты, ёбаный.
чё, блядь? Чё, блядь, охуел нахуй ты хуйню, блядь? Давай нахуй сюда, сука. Сейчас чувака убьют, ебать, я по нему пару. Где это хуйло ебаное? Ну, по-любому юзал чё-то, блядь. По-любому. Я ж это хуйло чуть не убил, блядь. А, в АФК уходит. Ебать, я ору просто. В АФК, сука. Ай, тащер ебаный. Еще на меня что-то говорит, блядь. Так, чувак, вот этого чувака надо ебануть. Давай, 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 давай. Давай, давай, ебаш его, ебаш. Ты до видос отмонтировался, если чё. Вот это в АФК уходит, блядь, понятно. Ой, это не тот, так. Надо всех. Кого-то вообще надо, может, всех подряд хуярить? Или нет? Давайте его захуярим, короче. Чё, блядь, охуел, хуйло? Ну иди сюда, ебать, иди сюда, нахуй. Ах ты пидорас, нахуй, иди сюда, блядь. Иди сюда, нахуй. Хуйло, блядь. На, нахуй. На, нахуй. Ах ты гандоныч. Ах ты пидорасич. Бля, надо его убить, нахуй. Блядь, нет оружия, сука. Это хуёво. У меня нет оружия, блядь. Ах ты гандон, блядь, иди сюда, нахуй. Чё, мы победили? Идите нахуй. Идите нахуй. Чё делать вообще? Чё происходит, нахуй? Типа надо хуяриться или чё? Чё делать надо? Чё надо делать, блядь? Дайте пушку, нахуй. Команда террористов победили, но среди них есть предатель. И все об этом узнали. После чего начали убивать друг друга до последней крови. А, ну ладно. Ага, хуй тебе, ебать. Волосатый такой большой, нахуй. Блядь! Меня кто убил. Ну все равно, пацаны, я попал в пятерочку, да, в пятерочку. Это тоже довольно-таки охуенно, согласитесь? Топ-5 попал, можно сказать. И не последний. Ну, как бы, блядь, тоже нормально в топ-5 попасть, короче. Я думаю, это тоже довольно-таки неплохо. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.